Да? То есть, что мы делали? Раз, раз, бам, чик-чик-чик, помните, да, вот это вот, оп, и дальше. Либо бам, вот это был свип у нас с вами. Соответственно, в принципе, точно такой же свип мы с вами можем делать, когда человек стоит. Что мы делаем? Все то же самое. Мы поработали здесь раз-раз-раз. Дальше, смотрите, что я делаю. Я ставлю ногу сюда, руку тяну на себя, а теперь я немножко смещаюсь вот тазом вот в эту сторону, на эту руку. Вот сюда. Вот мое положение. Эта нога активно работает, то есть она не дает к вам подойти. Вот эта нога, которая на бедре. Это, соответственно, у вас. Теперь, что я делаю? Я вот эту ногу с таза перемещаю на бедро, начинаю активно толкать его ногу в эту сторону, а вот этой ногой завожу его на вот этот вот свип. Все то же самое, в принципе. Принцип точно-то переворота точно такой же. Но теперь только мы делаем против стоячего соперника. Понял. То есть я взял, бам-бам-бам, оп, сместился в эту сторону. Мне нужен правильный угол. Здесь тяну, здесь толкаю. Переношу ногу сюда. Начинаю отталкивать, а вот этой ногой завожу. Оп. И опять так же. Либо в маунт, либо в треугольник. Значит, еще раз. Повторяю один важный момент. Если вы помните, когда мы делали это сидя против сидячего, я вам говорил, что если вы не стоите на локте, а лежите на плече, вы тоже можете это сделать, только вам нужно как бы движение корпусом сделать назад. Здесь все то же самое. Смотрите, раз, я сместился в эту сторону, оп, но, например, мне вот сейчас неудобно, я лежу, а мне неудобно, выйти вот в правильную траекторию для того, чтобы его перевернуть. И я делаю вот это движение назад. И все, я его переворачиваю. Ну так, раскрываюсь как бы назад. Вот. А так, принцип переворота точно такой же, как был, когда человек сидел. Мы загружаем руку, даем правильную траекторию, правильный вектор и переворачиваем. Еще. Бам-бам-бам. Поставили. Обязательно нужно вот сюда немножко сместиться, чтобы у меня был правильный угол. Вот сейчас нога не обязательно должна быть выпрямлена. Самое главное, вот эта нога. Какая? Правая? Вот эта. Левая. Она не дает к вам подойти. Угу. Да. Дальше. Ставлю. Начинаю активно отталкивать. А вот этой ногой завожу. И здесь дальше либо маунт, либо треугольник.